Сейчас налетел ураган, еле удержала все это. Продувает все насквозь, весь дом. Цветы попадали. Звонила я и в пятницу, когда прилет был, и в субботу. Просила помощи. Сегодня звонила на горячую линию военно-гражданскую администрацию. И вот, пожалуйста, налетел ураган. У меня все открыто. Два окна. И вот третье насквозь. Мух сегодня еле успеваю выбивать. Жара 40 градусов почти на улице. И столько же в доме. Плюс мухи. Вроде не обещают дождя, но сам ураган. Это тоже плохо, сквозняк в доме. Упал цветок с подоконника. Испугалась вообще. Думала, опять окна сыпятся. Не знаю, завтра что-то надо делать. Или затулять чем-то окна. Вот так дела не буду. Сказали, в течение 2 месяцев будут окна ставиться. Это я буду 2 месяца с таким мучением. Живем на улице почти. Димочка. Не хочу ни поливать, ничего не хочу. Посмотрите, какое небо у меня. Дыра с крыши. 4 окна без стекол. Господи, отведи теперь еще хотя бы эту беду от меня. Капец просто. Надо было самой ехать на базар, покупать пленку. Тучи затянули, гремит все. Я уже испугалась, что Рон заболел. Вообще не ел. С самого утра. Я его, считай, с рук покормила в обед. Голову умыла холодной водой. Отошла собака. Да, Рон? Перегрелся, может быть. А может, контузия? Все, Фима поел, собака поел. Вот. Даже Фимке надоел. Вот. Ой, умничка. Небо. Зато цветы не надо мыть. Долбаная жизнь. Счастье пришло в виде дождя. Сейчас мебель надо всю двигать. Да, не учли мы немного. Надо было сразу мебель всю пододвигать и поставить сюда огромные корыта. Не учли мы с ребятами. Теперь Таня еще двигатель к мебели. Тяжелый. Шкаф.
как тяжело. Уже с книгами у меня. И что это опять, а? Рон. Вчера прям лежал, ну умирала собака и все. Сегодня вот, все в своем репертуаре. Ой, Господи. Это же новое болото осваивало. Тихо. Тихо. Иришка тоже такая же. Кроме сбора воды от дождя, я занималась еще варкой холодца ночью. Поставила и забыла за него. Прел, как говорят, упревал. Застынет, липкий такой, хороший, вкусненький. Лишь бы дождя сегодня еще не было. Лишь бы дождя не было сегодня. Котята уже по мне лазили внизу. Я ж наверху не могла спать. А сейчас съездила, все свои дела сделала. Этот айбан вытащили с телефона. Банк все равно закрытый был. Тревога. Ввожу этот пароль. У меня же никогда не было карточки. Это новое все для меня. Оказывается, там надо латинскую клавиатуру ставить. А я ввожу. Мне блокируют. Неправильно набранный пароль. Там человек вышел наперекур из банка и подсказал. Это ну вводите. Короче, я не стала ждать потом, когда это кончится воздушная тревога. Пошла сразу в распечатку. Но там тоже Таня курица. Не знает, как в email какой-то там отправить. Короче, девочки помогли. Сделала этих несколько копий. На всякий случай. Должна быть какая-то комиссия из фонда. Не знаю, сколько они оценят перечислить помощь. Именно денежные. А мне что надо? Мне-то надо верхолазы на крышу. И машина с люлькой. Посмотреть хоть там все эти дыры. Ну, короче, все в процессе, все вообще неизвестно как. Еще никого не было. Никаких оценщиков. Ну, чайник свистит вот опять. На дождь. Все, холодец заканчиваю, чтобы хисты хоть блошу. Надо много еще дел переделать. В курятниках с заборами, на веранде. В доме-то не надо мне сейчас ничего делать, все убрано. А там кругом дурдом. Как обычно, у меня из трех хребтов набралось вот столько мякоти. И здесь холодец. Не хочу судочки доставать. И тут развела тут парилку. Компот варится с чернослевом. И печенка варится. Печенка варится котам. Котикам, котятам. Здесь варятся головы собачки. Короче, чтобы завтра мне не торчать на кухне, все сегодня готовлю. Завтра у меня будет очень много работы. Очень. О, чистый вторник. Чистый вторник. Не захотел Саша ехать на мойку. Говорит, я сам. Я сам. А можно было девочку помыть на мойке? Помоем еще заедем. Она заслужила. Она прикрыла тут пол стены, грязь собрала. Стеклом поцарапала ее все-таки. Со стекла вот с вот этого окна. Немножко поцарапанная. Тут же ж, вот и окно какое. Две стекляшки осталось из окна. Капец. Дождик немножко ее отквасил ночью. Ой, ну это не худший вариант. Это лучше, чем я думала. Так, на мойку все равно придется ехать. Потому что верх и все остальное сам не справится. Вот какая.
На лобовом две трещины. Тоже не смертельно. Вот это вот. Одна трещина. Там еще одна. Все будет хорошо. Нам главное, чтобы приехали. Крышу сделали. Но ничего не делается быстро. Ничего. Уже должны акт составить, посмотреть, сколько чего. Заменить окна. Вот. Ну и крышу. И, скорее всего, там шоссе. Так что продолжение следует. Вроде небо не похоже на дождик сегодня. Но парилка. Парилка. Наверху все высохло. Будем ждать хорошего, тихого вечера. Ой, и уютной доброй ночи. Где-то что-то бэмкает.